Надеюсь, гнездо пустынников этих крыс уничтожено. Надеюсь, не уцелел никто. Надеюсь, они страдали перед смертью. Надеюсь, их внутренно... Извини, вспомнил молодые деньки. Что там с бандитами? Ты доказал свою смелость, Трис. Могу с уверенностью сказать, что твой отец гордился бы тобой. Это то, что нужно. Теперь мы сможем починить твой корабль. Как только энергоблок будет установлен, я прикажу доставить корабль в доки на стартовую площадку. А для тебя, Трис, у меня будет одно очень серьезное поручение. В городе, поговаривают, появился крупный груз пыли. Надо бы разобраться с этим делом. Это мощное психотропное вещество. Пустынники используют его, чтобы входить в транс и общаться с духами пустошей. Эта чертова отрава запрещена по всей галактике, а в городе ее продают на каждом углу. Кроме того, пыль вывозят с планеты. Если это станет известно, сильные расы примут меры вплоть до блокады планеты. Это недопустимо. Надеюсь, тебе это удастся. Необходимо точно узнать, как пыль покидает планету, и найти груз, который все еще в городе. Обрати внимание на странных парней. Пыль полностью меняет того, кто с ней столкнулся.